Deci de 8 martie discuții feministe. Nu e așa că sunt și bărbați feminiști? Eu sunt aici. Și eu sunt așa. Dar de ce vrei, mă rog, drepturile femeilor? Și ele vor mai multe drepturi decât bărbați, vor privilegii. Ele vor drepturi egale. Dar și n-au, cum zicea la seară cineva, ele nici într-o lege nu sunt discriminate. Nici într-o lege? Nu, în toate legile ele au drepturi egale. Dar așa, în Ну, а Сара сейчас взяли снег, ну? Вчера было один, у нас была вчера одна дискуссия, в дискуссии Лабукатери называется, да, Хэнгаут. И там было, кстати, вот то, что меня удивило, были девушки молодые, с очень прогрессивными феминистическими взглядами. Правда, она, я так поняла, живет в Лондоне, но она все-таки... Учится. Молдаванка учится, да. И был один, но были и мужчины, которые, конечно же, со своими, как обычно, взглядами, что... Где уже нас женщин дискриминируют, у нас все законы отличные и так далее. То есть, мне еще поражает, когда мужчины начинают обвинять нас в том, что мы не хотим воспользоваться своим правом на этот замечательный праздник. Посидеть дома, получить в подарок цветы и конфеты. То есть, опять-таки, это подмена понятий, это желание удержать нас в нашем стремлении быть равными с мужчинами, и это, опять-таки, желание, не знаю... С нами разговаривают обычно в этот день с позиции какого-то превосходства. Да, да, именно так, что мы хотим о вас заботиться. Давайте сегодня позаботимся о наших милых дамах, о наших прекрасных женщинах, об этом слабом поле, которому так нужна мужская поддержка. Нам не это надо, нам нужно равенство в правах. Мы хотим иметь равные зарплаты, мы хотим иметь равный доступ к высокопоставленным должностям, мы хотим иметь равное количество женщин в парламенте. Вот что мы хотим, а не цветов и конфет. Когда 3 года назад мы организовывали марш, как мы его назвали? Да, да. Хотим места в парламенте, а не... А, меняем свои кастрюли на мандаты, на мандаты депутатов. Да, да, да. Да, mai fost zilele astea niște acțiuni feministe, dar nu v-am văzut de acolo. Dar n-a fost feministe. Femeie în parlament, procent 40% și tot așa. Da, noi eram la training atunci. Făceam training pentru grăniceri. И что интересно, что очень многие мужчины, когда показали то, что была пресса, конечно, и показали по всем каналам, и многие мужчины там комментировали, проститутки, дуры, наверное, просто у них нет мужчин, которые бы им создавали настоящий праздник, и они вышли на улицу. Или были такие, что им делать нечего, что ли, вместо того, чтобы радоваться своему единственному празднику в году, они повыходили на улицу. А, да, но и пиво партия, Миша, это же. Такая действительно очень позиция. А всех мужчин, которые вышли на марш, назвали... Подкаблучники. Если бы. Нецензурным выражением, которое геями, грубо говоря. Да. Стайбини. Вчера был такой разговор, что вот, типа, это зависит от женщин. У женщины есть все возможности, согласно закону. Идите в парламент, идите в там на руководящие посты, все зависит от вас. И да, с одной стороны, так, мы можем идти, но с другой стороны, как нас воспитывают с детства? Насколько в нас воспитывают это желание руководить, желание идти в парламент? Что дарят маленьким девочкам, когда они рождаются? Кукол, кастрюльки. А мальчикам что дарят? Машины, там всякие, боевую технику, пистолеты и так далее. Конструктор. Да. Все это впитывается с детства. Сегодня мы видели очень много маленьких девочек, которым 4-5 лет. И они уже идут в своих розовых пальтишках с маленькими там цветочками и тра-та-та. То есть им уже сегодня говорят о том, что вот ты маленькая, красивая папина принцесса, вот возьми свой цветочек на свой праздник, и ты должна вырасти там хорошей мамой и женой. То есть да, это то, что пытаются нам привить с самого детства, а в тот момент, когда мы начинаем хотеть чего-то большего, нас обвиняют в том, что мы хотим каких-то экстра прав. И под большим подразумевается равенство. Равные права и возможности. Я училась в университете на технической специальности. И я была одна девушка в группе, я была одна девушка на потоке, и я была одна девушка на 3 факультета, то есть с 1 по 3 курс. И что иногда говорили преподаватели, допустим, даже при сдаче на экзамен, мне говорили, что ты сюда пришла? Зачем тебе это надо? Твое место на кухне, мне говорили прямым текстом.
И в тот момент я не могла сделать с этим ничего, потому что я была зависимой студенткой, и от этого человека зависела моя оценка в зачетке, моя стипендия, мое пребывание в этом университете. И когда да. говорят о том, что вот у вас есть возможности, идите, мы даже образование не можем получить, то, которое мы хотим, не будучи униженными. Это нужно было просто сглатывать, молчать, терпеть и ждать, пока ты закончишь и получишь это образование. Да, кума, ce poți să faci mai mult? Discuții din astea feministe la club? Что мы можем сделать сегодня? Я думаю, что самое важное – это не молчать и отстаивать. Я очень жалею, что в тот момент, когда я находилась в такой ситуации, рядом со мной не было сильных женщин, которые бы говорили мне, что не молчи, защищай. Потому что моя мама, закончившая технический факультет, она мне сказала, будет так-то и так-то, и ты должна с этим смириться. Если бы она мне сказала, будет так-то и так-то, и ты должна с этим бороться, наверное, я бы боролась. Но из-за того, что она мне сказала, будет так, я об этом знаю, я через это прошла, и придется пройти тебе. Нам нужно воспитывать наших детей, наших дочерей, нам нужно воспитывать новые поколения в контексте того, что нельзя мириться с несправедливостью. Потому что чего мы хотим? Мы хотим только справедливости, равного отношения и все, ничего-то большего. Ca femeile din film, nu? Да. И иногда за это приходится платить какой-то высокой ценой. Мне, кстати, очень сильно напоминала главная героиня Толоконникова. Очень. Да. Просто Кубузы, я смотрела на нее, и да. я видела Толоконникова, особенно вот все вот эти вот ее рассказы про как она в тюрьме, да, как она боролась за свои права. И она тоже объявляла голодовку. Да, да. И что интересно, что Pussy Riot очень не любит в основном мужчины в России. И почему, вот я сижу думаю, почему у мужчин такое отвращение к женщинам-феминисткам? Почему у мужчин женщина-феминистка сразу же вызывает какой-то... Когда я говорю кому-то, что я феминистка, мужчины сразу так делают. Mm. Отходят от меня. Как будто бы они сразу предполагают, что я их обязательно ненавижу, mm-hmm. что я обязательно хочу у них что-то отнять, что я обязательно хочу, не знаю, там, каких-то привилегий. На самом деле, мне кажется, что это мужчина достаточно слабый и неуверенный в себе, который боится, что если женщины станут сильнее, они отнимут у них рабочие места, денежные. Потому что будут власть. Более квалифицированные да. в этой mm-hmm. области, не потому что у них там есть пенис, да, который их продвинет по карьерной лестнице, а именно потому что они, получив образование, смогут продемонстрировать свои знания наравне с ними и займут их место угу. профессиональных. Займут власть, деньги. Вот, мне кажется, будут просто лучше мужчины управлять боятся. Страной. Мужчины боятся, они боятся потерять свои привилегированные Еще позиции. Очень интересно, как мужчины видят феминизм, они очень часто берут и говорят, что вы хотите женщинам дать равные права, тогда ты будешь сидеть дома с детьми, а она будет работать. То Ужас. Есть... Да, то есть какой кошмар, боже мой. А то, что очень много женщин сейчас действительно сидят дома и воспитывают детей, никто не воспринимает это как ужас. То есть уже здесь идет неравное отношение. Апропо де едукации, Ильяна, мы узнали дивняться, как сумирает фейка-то, сава сара, как ты ай периуца де динца албастра, и я пичар роза. Да нам узнали экспликация та. Ресотана, чи розу суєш. Păi, да. De ce fiecta a fost așa uimită și de ce nu i-ai explicat? Eu asta nu știu, asta voi ați vorbit, eu prima dată aud. Ei, chit. Dar e adevărat, Simona. Eu așa altceva, poate aș vrea să spun, că într-adevăr, патернизмом є така респує лентості де путернік. Я, de exemplu, când am divorțat, a fost hotărârea mea că se divorțez. Și n-am întâlnit așa o înțelegere că cum a fost dublu greu, fiindcă în mare măsură a trebuit pe parte de drum să m-am simțit singură și neînțeleasă. Și când a fost soț spunea că hai să începem de la început și întrebam, dar ce, cum? Și el spunea că să cumpăr flori. Dar eu tocmai nu sunt persoana care e la... Înseamnă că tot asta e... Noi ieri am discutat la hangout dacă trebuie așa sărbători și eu spuneam că ideea la cine a pus așa întrebarea și cum a formulat era ideea că degeaba facem sărbătoarea
Кы средучила флориш бумбани, хадика уркум шнул кренда. Ян зиске, но я при факу сарбатуариан формалитати обесценили все. Да. Да сарбатуария чекарю врут сатрага тентела, вот перфекта дрептати, финка шатунч, фемели рау депенденти материал психологик. Și acum lucrurile stau mai bine, dar nu într-atât. Într-adevăr, în vest nu se serbează așa de larg, acolo egalitatea de gen e mai bună. Dar la noi, că, văzând cum femeile, chiar cum spui tu, ăștia fetițe micuți sunt învățate în roz și cu flori și CD-ul lui Baisa, da, da. Țuite în zubă ta și acolo, cam asta. Și când cineva spune că nu, că eu vreau să divorțesc, mie mi-e rău, CD-ul mălci. Așa că, dar de culori, eu cred că Simona e luptătoare. De asta îmi drăznești să întrebi. Păi, ar trebui și o explicație. E chestie de gust, nu? Ce contează? De ce neapărat roz trebuia să fie a fetiței și albastru al băiețelului? Vezi că asta eu nu știu, ea avea o teorie, că negru ăsta la băieț, roz la fie. Dar nu de la mine, eu roz nu am nimic. Cu toate astea nu au vrut ieri păpuși, dar au luat constructor și face palat. Da, asta m-a bucurat, e, ne-am pornit după păpuși, monster, nu știu ce, și să-i da, nu, și o les constructor. Super. Și fetița să joacă constructor. Lego. Lego. Ой, да ты еще и констructor. Что мы можем сказать? Мы женщины, да? Да, есть куча всяких каких-то неприятных выражений, которые показывают истинное отношение к 8 марта, да, вот эти якобы шутки. Молчи, женщина, твой день 8 марта. Ну, в этом отношение общества в целом к этому празднику и высказано. То есть... Нас как собак с цепи отпускают побегать на один день. И мы должны быть рады этому, благодарны и отмечать это как праздник. Это когда был этот в крепостной России, то есть в России, Юрьев день, когда крепостных крестьян отпускали погулять. То есть их освобождали на один день, могли делать что угодно. То есть это типа такого. И даже этот день должен быть женским праздником, когда мужчины ухаживают за женщиной, готовят. Но даже в этот день у мужчин есть привилегия напиться, нажраться, отмечая женский день. А с дежан везу, то амин бед пестрали, барбат. Моя сестра говорит, иду по городу, она живет в Бельцах, иду по городу, пьяные в доску мужики, но с цветами. Она говорит, вот подарок идет. Да, это же вообще просто... В любой форме. Это реформенное издевательство. Есть другой анекдот. Встаю утром с постели, иду в туалет, и тут слышу голос с кухни. Муж говорит, куда встала, дура? Быстро в постель, я тебе сейчас кофе принесу. Сегодня же 8 марта, да? Ну, да, на самом деле... Или твой день рождения. Очень грустно с такими вариантами, когда действительно все... за уши, и это очевидно. То есть понятно, что искренности в этом празднике процент вот такой, все остальное... О, самое отвратительное было смотреть вот эти видеоролики, которые были записаны нашими политиками накануне. Там Мариан Лу, они записывают к каждому празднику какое-то видеообращение, и там... Наши дорогие, любимые женщины, да, ради вас мы все делаем, поднимаем страну. Рыцари, да. Да. Что же вы тогда принимаете такие законы, как этот закон о... поддержке, да-да-да. Индемнизация, да. Пособие по... А, это кольцо протестат майер, да? Принимают абсолютно против женщин. При этом говорят, мы вас любим. Причем этот закон принимала женщина, то есть за этот закон очень так активно выступает женщина-министр Гулига. И она тот человек, который говорит перед камерами,
Вот очень это еще одна проблема. Если у нас и есть женщины в парламенте, если у нас и есть женщины на руководящих должностях, как правило, они не являются феминистками. Они не те, кто стремится к равенству прав. Они как те маленькие... Ну, как в этом фильме, да, в тюрьме женщина насмотрщик, она женщина была, но она совершенно не сочувствовала. А, ну, да, и нам интерес. Я тут шон тратен челулу, че арунгату хорти, дечком, вау, фос комплече, ши я. Только она могла. Да, не всем, но большинство, скажем так, женщин, которые добились каких-то позиций, и в политике, и во власти, на каких-то руководящих должностях, они не говорят о равенстве прав. По крайней мере, они не делают никаких открытых кампаний. Они никогда не подчеркивают это в своей речи, что мы женщины, имеющие доступ к принятию решений, и мы считаем, что женщины должны обладать равными правами. Потому что у нас это непопулярная позиция. Так же, да, непопулярно поддерживать геев и лесбиянок, так же непопулярно поддерживать женщин. Поэтому я вижу вот эту вот борьбу, если можно так назвать, за равенство прав между мужчинами и женщинами, как основа за равенство прав ЛГБТ. Отсюда начинается. То есть все лежит вот в этом патриархальном отношении к женщине, потому что геев ненавидят именно по той же причине, потому что они к самому подразумевают, да. Почему не любят женщин, да, почему к женщинам такое отношение. Потому что считается в обществе, что геи – это предатели, перебежавшие из одного лагеря сильного в слабый, и их начинают из-за этого презирать. Как это так бы посмели? Отказались от мужских привилегий. Вы сейчас унизили всех мужчин. Гетеронормативных. И именно поэтому к лесбиянкам относятся иначе, потому что лесбиянки это как бы воспринимаются как перебежавшие из низшего лагеря выше, да? Их начинают уважать. Либо их начинают бояться. Но хотя бы уважать. Да, либо их боятся. А вот к геям отношение такое. И это опять-таки, это же причина все именно в неравенстве полов, именно в патриархальном обществе. Причем все вместе боятся феминистов. Вот о том я и говорю, женщины сами хотят. А почему? Они не хотят этого на самом деле, это неосознанный выбор. Это навязанный им выбор, понимаешь? То есть женщине с детства навязали, что ты будешь счастливой, если об тебе кто-то будет заботиться. Если это за тебя кто-то будет решать. Это то же самое, что женщины Востока, да, мусульмане. Они считают себя счастливыми, несмотря на то, что мы испытываем ужас, когда видим этих женщин в этих черных одеждах, прикрывающих лицо летом, когда невозможно дышать и полураздеты, мужчины ходят в шортах и в майках, они ходят одетые в эти покрывала. То есть, и нам это кажется ужасным, эти женщины считают себя счастливыми. Нет, они считают себя счастливыми, понимаешь? Если ты спросишь, они считают, что они живут счастливо. В том-то и дело. То есть это то же самое, что наши женщины. Это ложное право выбора на самом деле. Ну, потому что, потому что другого выбора там нет, они никогда не видели и не жили. Да, ты права, самое есть выбора. У них нет выбора. Да. Поэтому их убеждают в том, что вы счастливы. И они убеждают себя в том, что счастливы, потому что иначе можно сойти с ума. То же самое здесь у женщин. То есть из-за того, что их вырастили вот так в таком обществе, они понимают, что если они... И перемена – это всегда огромная борьба со всем миром, да? Редко кто способен на эту борьбу, редко кто может, у кого есть силы на эту борьбу. Поэтому женщины предпочитают, нет, я не буду бороться, я буду думать, что я счастлива. Вот это позиция большинства женщин. Уйти. Почему женщины не разводятся, когда они живут в несчастном браке? Потому что они боятся перемен, потому что они предпочитают страдать. Плюс еще они боятся осуждения, потому что их будут осуждать. То есть это перемена тоже. Перемена, страдания, страх неизвестного, страх перед будущим, которым еще непонятно, что будет. Поэтому люди в принципе, не только женщины, люди предпочитают стабильность, хоть и ужасную, чем страшное, непонятное будущее. И я помню себя, я тоже пережила это. Я прожила 11 лет в абсолютно ужасном браке, Но я боялась перемен, я боялась разводов, я боялась, что будет. Как? Надо сначала что-то работать внутри женского коллектива, потом уже упрекать мужчин. Мне фильм очень понравился еще, потому что у меня мысль такая появилась, не то чтобы я чувствовала себя виноватой, но своевременно. Потому что из фильма очень хорошо видно, что само общество, даже те же, мы все виноваты в том, что вот такая парадигма создалась. И, естественно, на такой светлой ноте фильм закончился. Там мама отправила сыну явно телеграмму. Она решила брешь в своем воспитании. Пора меня уважать. Я тоже имею право голоса. И вот
в принципе, такой месседж от фильма «Yes, we can», если постараться. Потому что те же мужчины, они же, ну, на самом деле, не одес, как не монстры какие-то, тоже выросли они в тоже каких-то семьях. Они тоже жертвы этой. Просто мы не воспринимали общество, как в целом, это как проблему. Но времена сейчас другие, сейчас вот, как ты говоришь, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Это как раз фильм об этом. Еще есть и он дает такую надежду, что, в принципе, если все вместе, то можно решить. Тут какая-то мама, ну, телевизора тогда не было, конечно, как-то она узнала, телеграмму отправила. Я хочу сейчас сказать, что это ни в коем случае не обвинение мужчин. Ни в коем случае, потому что мужчины такие же жертвы этого общества, как и женщины. И это вообще не обвинение, кого бы то ни было. Это обсуждение проблемы, с которой надо что-то делать. Еще в этом фильме есть очень хороший момент. Вот Елена мне напомнила сейчас о нем. Когда главная героиня говорит о том, что такие, как вы, хуже, чем антишуфражистки, потому что вы поддерживаете эту ложь каждый день за завтраком. Вы увековечиваете ложь за завтраком. То есть бороться с открытым противником гораздо легче, чем бороться с теми же женщинами, которые начинают на любые феминистические лозунги, будучи жертвами патриархата, говорить о том, что «Ой, ну что, каких прав у нас нету? Ой, а что, кто меня осудит?» С ними не столько бороться, сколько их надо разбудить. Они просто не признают. Их нужно информировать в этом вопросе. Не признают, мне не больно. Вот та женщина, вот, которая с дочкой, жена сенатора, она просто осознала, что на самом деле ей больно, что она и не свободна. Да. Она осознала это по... Просто как у нее отняли детей. Ему указали на ее место, заморозили все ее счета. Da, voi ați spus că ea s-a alte vremuri acum. Într-adevăr, s-a alte vremuri, deja femeile au drept de vot, dar ce vor mai mult de atâta? Vor să le se permită ca la New York să umble cu pieptul gol pe stradă? Vor ca femeie? Ce vor femeile azi? Ești care e un veț. Вот в этом фильме прозвучала такая ужасная фраза, когда их только в тюрьму отвезли и начали там бить или руки скручивали. И там один начальник тюрьмы говорит, тебе больно? Расслабься. И вот такая ужасная, в принципе, фраза. И я в этом фильме, мне показалось, это не только что о женщинах или не только о LGBT, а о любом человеке. Это может быть мужчина, который как во всех таких мейнстрим-группах, или как сказать, но ему больно, но его боль не признают. И когда тебе общество говорит, вот человек хочет выразить свое мнение, ему не разрешают, ему говорят, тебе больно, расслабься. Вот это проблема. И в таком обществе, когда всем вокруг больно, еще свою боль осознать, суметь объединиться, как-то оформить это все, это, но, вот если это ответить, эффорт, как это, усилие. Это если, просто так не произойдет. Если ответить на вопрос Олега, что чего я хочу лично, я хочу, чтобы всякое разделение мужчины и женщины просто исчезло из этого общества. Чтобы больше то, что у тебя между ног, просто не имело значения. Начиная с детства и заканчивая старостью, да, чтобы был один и тот же пенсионный период, возраст. Чтобы все выходили на пенсию. Это поставим потреба фемей, фемей для кума с пенсионера за мое время. Чтобы, да, да, это против мужчин получается. Закон против мужчин. Шармата облигатория малоборба. Да, опять-таки, чтобы наравне с мужчинами и женщинами было все, кто хочет, идут в армию. И чтобы это не была обязаловка, чтобы это была контрактная основа. Каждый, кто хочет, кому это интересно, он может пойти и быть наравне в армии с мужчинами. То есть вот этого я хочу. Я хочу, чтобы банально не одевали девочкам розовые бантики, мальчикам голубые. Я хочу, чтобы это не было так важно, кто у тебя родился, мальчик или девочка. Чтобы женщины не бежали, только исполнилось 4 месяца, ой, побегу на УЗИ, узнаю, кто у меня, мальчик или девочка. Чтобы это не было уже важно, чтобы были абсолютно одинаковые шансы. Чтобы мать, имея дочь, знала, что ее дочь не менее способна позаботиться о ней в старости, чем сын. Да? Или если у нее дочь, то она не должна за нее бояться, ой, удачно ли она выйдет замуж, будут ли над ней издеваться. Будет ли потому, что будет красиво или будет некрасиво, будет похожа на папу или на маму и так далее. То есть вот для меня это идеальный был бы мир, чтобы больше не имело значения. Срать вообще все различия. Пропадает какая-то магия. Мне было бы интересно узнать мальчика, девочку. Не потому, что он будет лидером, а она будет там, не знаю, на кухне.
Потому что девочка, это что-то свое, ты видишь это. Даже если ты видишь в этой девочке, что она у тебя станет воином, защитницей, а то, что узнаешь, что у тебя мальчик, он там не знаю кем-то. Тут как раз вопрос и не о том, чтобы стереть различия. Никто не собирается превращать общество в какую-то серую однородную массу. Здесь как раз вопрос в том, чтобы люди разные, люди различные между собой были равны в правах. Здесь вопрос не о том, чтобы, все как Шевчук поет, да, заварить мужской и женский пол. Нет, для того, чтобы ты, будучи девочкой, знала, что ты можешь пойти на военную кафедру. Меня не взяли на военную кафедру в университете только на том основании, что я женщина. И еще и посмеялись. То есть, чтобы ты знала, что ты можешь чего-то добиться, вне зависимости от своих первичных и вторичных признаков пола, которые, в принципе, не должны диктовать тебе всю твою дальнейшую жизнь. Здесь вопрос не о том, чтобы взять и, не знаю, стереть все границы, все различия. Мы прекрасно видим, что здесь все мы сидящие разные, но это не говорит о том, что у кого-то из нас должно быть больше или меньше прав и возможностей. Только... возможностей? Вот, допустим, пенсионный год. Мужчины выносливы, поэтому они против себя, то есть им было бы хорошо. Мужчины выносливы? Штирик, его лишены фикари луна. Какой я выносливый? Это такое ощущение, потому что обычно женщины живут в нашем обществе намного дольше, чем мужчины. Многие мужчины даже не доживают до пенсионного возраста. Вот этот стереотип о том, что мужчины выносливые, работает против мужчин самих, потому что они работают как лошади, не следят за своим здоровьем, а государство их эксплуатирует. Почему мужчины выше возраста? Нет, я говорю, сейчас у них выше возраст, вход на пенсию. Я считаю, что даже можно сделать предположение, что у женщин пенсионный возраст ниже, потому что они воспитывают детей, они рожают детей, и это тоже как бы может засчитываться как трудовой стаж. Но почему этим же воспитанием детей не может заниматься мужчина в равной степени, как и женщина? Мало того, есть мужчины, которые хотят это делать, но они никогда не будут этого делать, потому что они понимают, что они будут осуждены обществом. Потому что мужчина, который скажет завтра: я хочу заниматься воспитанием своих детей, я хочу сам варить для них кашки и менять им подгузники, его просто осмеют в этом обществе и скажут ему, что он тряпка и подкаблучник. Некоторые законы запрещают. Сейчас его нет. Вот, пожалуйста. Могу ответить на вопрос, почему мужчины сегодня в нашем обществе не голосуют за то, чтобы снизить или уравнять возраст, пенсионный возраст для мужчин и женщин? Потому что сегодня в Молдове прожить на пенсию нереально. Это просто нереально. А на зарплату, особенно на мужскую, вполне себе даже, понимаешь? То есть на самом деле сегодня этот закон, как бы для мужчин. Женщине исполнилось 57. Ты свободный, живи на 1000 лей в месяц. И твое счастье, если у тебя есть дети или муж, который еще работает, а мужчина фактически до смерти работает. Потому что в 63 он уже умрет. Да, 62 он уходит на пенсию, 63 он умрет. Просто гендер, а то, что государство не может обеспечить свои гендер. Это все взаимосвязано. Так ситуация просто взаимосвязанности. Можно очень. Тогда будет все идеально. Поспорить насчет выносливости мужчин и женщин. Вы видели женщин в селах? Они дадут фору очень многим мужчинам. Они очень выносливые. Они делают очень большое количество работы. Плюс ко всему, эта женщина, мало того, что пашет в поле, возвращаясь, она должна убрать, приготовить, постирать и так далее. Приходит мужчина из поля и говорит: где мой ужин? Почему в доме грязно? И так далее. Хотя в этом поле они пашут наравне. Понимаешь, поэтому здесь вопрос выносливости мужчин и женщин – это очень спорный вопрос. Но у нас есть подруга в Киеве, Лена. Она написала даже докторскую диссертацию, да, на тему о том, что физическое воспитание мальчиков и девочек. Разница в физической силе. Да. И она пришла в этой диссертации к выводу, что если бы мальчиков и девочек с первого класса физически воспитывали бы одинаково, с ним были бы одинаковые нормативы, к ним было бы одинаковое отношение, девочкам разрешали бы точно так же, как и мальчикам, бегать, пачкаться, то разница была бы просто минимальной. Там где-то 10%. Да, 10%. И то, которое связано просто с устроением скелета. Все. То есть на самом деле женщины способны на абсолютно то же самое, на что способен мужчина. Но не все хотят.
Понимаешь, тут вопрос выбора. Когда у тебя есть выбор, ты можешь сама решить, хочешь ты этого или не хочешь. Но когда тебя этого выбора лишают... Спортивные кружки хочешь, не хочешь. Спортивные кружки – это совсем другое, понимаешь? То есть спортивные кружки, что можешь выбрать? Ну, когда ты приходишь на урок физкультуры в школе, и тебе говорят, мальчикам такая дистанция, девочкам такая дистанция. Вот здесь нормальная. Мальчики отжимают столько, она больше, чем все мальчики отжимают. Хотела, сама вставала отжимать. Никто же ее не погонит на скамейке или на тренажер. Ты хочешь отжимать? Ты как бы иногда пытаешься нам противопоставить какую-то позицию. На самом деле она подтверждает то, что говорим, если ты это замечаешь. Если человек хочет, он будет делать, если он не хочет. Да, ты подтверждаешь то, что мы говорим сейчас. Ну я тебе говорю, я не знаю, вот со мной хорошо в группе 14 человек, 4 из них мальчик. Все на 8 марта, они хотели бы, они каждый день хотели, их носят на руках, у них каждый почти свою машину, одни не требуют ничего. То есть. И все равно они хотят, они ждут до 8 марта. У них каждый день будет 15 рост, а вот на 8 марта они будут 25. Они ждут, когда будут 25. Так в этом и проблема, понимаешь? Почему они ждут? Почему они ждут эти розы? Тебе было приятно, что тебя поздравляли бы, ну не знаю, там, с днем матери. А что, вот ты вот мать, не все 365 дней в году, а только один. Так естественно, я не понимаю, подарок. Почему ты говоришь, что нам как будто мы спорим. Потому что мы говорим о том, что человек должен иметь право выбирать. Вот, например, ну, может быть право для всех, как встречать день рождения. Mm-hmm. Все же рассмеются, правильно? Это mm-hmm. такая вещь. Кто-то любит там всю родню, кто-то любит ну, пригласить домой, кто-то с друзьями, кто-то вообще ну, игнорирует день. А кто-то говорит, а у меня каждый день мой день рождения. Почему нет? Должен быть один почему должен быть стандарт? Я хочу, чтобы был один выделенный день. Это ты хочешь, это еще? Твой выбор, ты можешь это выбрать для себя. Хотят большинство. Большинство, понимаешь? Я, например, тоже за такие праздники, но и только из-за того, чтобы обращать внимание, как то есть, сенсибилиза. Но это не значит, что это в этот день надо сидеть, пить и гулять. Можно там парк посадить. Можно, я знаю, есть люди, которые в свой день рождения, они делают какую-то благотворительность, mm-hmm. и им приятно. Вот они почувствовали себя, хочешь почувствовать себя важным на этой земле, сделай доброе дело. Они там... Не набухайся. Вот ты бухаешь, еще всю родню всех, все вокруг пьяные. И это называется подвиг, и чем-то стал лучше. Все стали красивее после пятой рюмки. Апропо де сărbători, voi aici ce? Ați adus tort cu ocazia proiecției de film și a discuțiilor? Sau cu ocazia zilei de 8 martie? Cu ocazia lansării clubului. Это раз. Во-вторых. Asta e sărbătoarea lansării clubului feminist. Мы действительно отмечаем этот праздник, но мы отмечаем его именно в том ключе, в каком он был изначально создан. То есть Международный день борьбы за равенство прав женщин. Для нас 8 марта это праздник, связанный именно с этим, а не с цветочками, мягкими игрушками и прочей дребеденью. И поэтому мы сегодня здесь собрали тех, кто захотел прийти посмотреть фильм «Поесть с нами торта» и, может быть, обсудить возможность функционирования феминистической группы. Которую давно пора... Шпримит, швеет, шибарбат, группа феминистов. А можно и другим аргументом, когда зовешь людей часа на 4, чтобы народ не разбегал, чтобы что-то послушал. У меня тоже техническое образование, я тоже по пунктикам могу что угодно разобрать. Это чисто логический подход, да. Хочешь людей поддержать? Вообще такие вопросы, то вариантов много. Ну и на самом деле, конечно, мы принимаем мужчин. Почему мы не должны принимать мужчин? Мы же не группа, мы же не групп, мы же ненавистниц, да, мы групп феминисток, мы принимаем любого мужчину, который считает, что права женщин должны быть равны. То есть это все. Это единственное условие для того, чтобы можно было здесь быть. И, конечно, мы бы не хотели какого-то сексизма, да, каких-то там сексистских штук, каких-то сексистских поздравлений и все такое. То есть любой мужчина, любой человек, вне зависимости от каких-либо критериев, может прийти и принять участие в встрече. Даже вне зависимости от сексуальной ориентации. Вот, даже. Да, религия. У нас контяза. Есть сейчас и духовная группа, которая включает в себя людей, которые верят, которые не верят. Ну, хотят говорить об этом. Ну, хотят... Е, бун, да. Религия, cel puțin cei creștină, nu prea le are cu drepturile femeilor. În altar n-ai voie să intri, dacă ești la roșu, n-ai voie să intri și... Очень часто Библию используют как инструмент против равенства прав женщин. И это, конечно, очень грустно, потому
Потому что если рассмотреть любую религию, то, наверное, основной посыл любой религии должен быть в том, что все люди равны. Но некоторые религиозные течения, да, некоторые равнее других, используют Библию как аргумент для того, чтобы доказать, что женщина не может быть равна с мужчиной. Именно поэтому Библию мы здесь не учитываем. Да, именно поэтому Библию мы здесь не рассматриваем. Хорошо. Просто интересно. Сам не хочешь ничего сказать, можешь тебя поснимать? И унуться мне эти спичи дискуссии. Ну, как рассказать ты про эти... Кстати, это прикольный шапки. Все тебя спрашивают, почему? Eu prima dată, cu vreo 25 de ani în urmă, eram în școală și cred că așa, la sărbătorile astea de din martie, de la mărțișor. Mi-am îmbrăcat un șiret alb și unul roșu, ca mărțișor. Și după ce nu l-am mai scos. Și am observat că toată lumea reacționează, ce-i cu tine, tu vezi șiretele diferite. Și asta era o formă de sfidare. Zic, da, special, am făcut ca să nu uitați la șiretul, să nu mă uitați la fața mea, să ceva de la. Și de atunci, iată, 25 de ani, continui să sfidez. Un element ceva, iată, mărțișorul ăsta nu l-am spus de anul trecut. Îmblu cu el, mai ales, nu în martie că le-am luat, dar după aceea, atât vara, atât toamna, eu îmblu cu mărțișor. Mi-a rupt roșul ăsta la... Храм, 14 октомври, я взял на ворот 10 сара, что маме не галитер. Че, че, мертвешор, че парк ешь? Ну, да, справедливо. Это сейчас реформы здесь свидали. Де облегали, че, по цене лосы, обещаняться по дифференции. Что-то шашку у Ильяна. Покупарат у переки, де период, зыка с моей ефтине. Ше, зичи, я у пята, зык, да, карья мя. Пой, да, ты муж не карья та, зык, муж не карья мя, я у ее пята рост. Да, ты че пече рост. Ты как сын или тот? Сейчас ты что умирал? Что Илья Рашпиха из умирала? То есть как ты свидетел? Я вас все рос, что я на тебя мою интервью, как ты кнула. Для чего период за рос? Как сын или черепа? Как сын или что есть в тот ку... Да, ты прийди вирибі, за уважність і деранже за ті деталі, де ще шори приймати, да, в октомбрі, де ті шарет, ми зіферіть колорі. Și eu răspund ca Ion Creangă. Port așa ca să mire toți proștii. Și care nu sunt proști nici nu atrag atenția sau observă chestia asta, dar nu zic nimic. Să văd ce zice. Da, da. Dar eu port așa ca să depistez. Asta e hârtie de turnesol a inteligenței omului. Dacă el mă întreabă în chestia asta, înseamnă la puha. Ce mă are în cap. Hârtie de turnesol pe jude. Hârtie de turnesol. Da. Indicat. Gata, ne-am lămurit cu feministii, punem la vot. Cine-i pentru? Tot! Pentru ce? Că-s și ghine! Și nu există totuși o părere. Eu n-am avut timp să remarc, eu dimineața mă uitam la comentarii a discuției de ieri. Deci cu trebuie să apătare gender, coptea. Și parcă Nata a scris că... Eu gândeam că noi ca fetele să vorbim despre noi. Înci fete așa. Dar s-a primit așa serios, dar într-adevăr a fost și Ghena și tu și încă vreo doi băieți și ei fără să observi automat și tot întrebau, dar care? Dar și? Și vreau, ce vor femeie? Și ne-au vedeau fete chiar, nu numai. Femeile scuzau, parcă eu nu vreau să fie, dar nu vreau să fie. Ele nici nu vorbeau, ele nici nu vorbeau. Așa, dacă vorbea și nu mergea microfonul. Dar miniște, de ce nu mergea microfonul? Pentru că am pus căștile ca să nu fac băiaș și cu căștile nu lucra. Am scos căștile și început a lucra, dar căștile de conectat... Vreau să-i caminare să-mi dea în gândă, tu te-ai vorbit, însă? Păi, crezi, femeie. Da, eu de ce am vorbit de comentariul ăsta? Că pentru o grupă e ok să vorbească despre a lor. Voi ați vrut altfel și ambele opinii au drept egal la existență. De asta trebuie discutat mai des. Și hangout-uri pe internet și cluburi feministe. A fost corect sau aproape la fete și ele au fost corect? Eu aștept să apară mișcare femenă în Moldova. De ce aștept? Eu deja m-am dezbolit odată, n-am fost marșul femeilor, s-o pun schema, biciclete, fete pe biciclete. M-am dezbolit, m-am desemnat, dar ești... Dar nu e prea prea șosul, ești fost. Nu, nu, dar e... Întreb de ce n-apare femeia la noi și eu zic că e nu. Păi eu m-aș băga, dar cu cine? Să apar eu femeia, singur? Altă metodă din noi, filmul ăsta, viața, tot a fost o istorie despre
faptul că au încercat mai multe metode. Da, ați văzut, unele au rămas sufragiste și se rugau la președinte, altele au mers pe metode hard și periculoase pentru viață și pentru sănătate. Una a murit, chiar altele își riscau să moară. Dar împreună reușit. Hai să încercăm în fel și tip. Можно работать еще над нашим языком и использовать женские окончания, особенно в румынском языке. Мы это делаем, но это звучит искусственно, да? То есть, допустим, в русском языке, да, если есть слово «директор», да, то как на русском будет «женщина-директор»? Директорша, директриса, это звучит как-то пренебрежительно. Директорка звучит очень необычно для русского языка. Директриса. Но в тех случаях, когда можно это делать, это делать автор, нужно. Авторка. Авторка, да, коллега, коллежанка. Это используется. Ну, это больше в украинском языке, чем. Но румынский язык вполне позволяет использовать женские окончания и говорить авокат, авоката, директуаря и так далее. Главный министр. Люди привыкают к этому слову. Многие начинают защищать, говорят, да. Откуда такого слова не существует, нет, нету такого. Это не... Будет. Когда я начала так подписывать документы официальные, то есть именно директуария экзекутива, некоторые обвиняли меня в том, что я коверкую румынский язык и позволяю себе вольности в отношении языка и использую те слова, которые... Дикционарный мат, естественно, фело, как он использует лингва. И на самом деле язык очень-очень много поддерживает каких-то унижающих форм обращения к женщинам. Если мы посмотрим, что такое женская беседа, да? То есть это что-то сразу о какой-то ерунде. Женская ничто хорошее женской беседы не назовут. Женская логика, женский журнал, женский роман, женский фильм. Везде вот эта вот приставка, это прилагательное «женский», имеет сразу уничижительный характер. Значит, речи не идет ни о чем серьезном, ни о чем важном, ни о чем, что стоит внимания, а какая-то ерунда. И даже многие устоявшиеся названия профессий, которые только в женском варианте, там, «сколотарянцы», «богатарянцы». Ну, на румынском как раз есть «богатара». Да, но, допустим, «швея», да? Швей. Вот швея – это тоже на русском. Фея, но... фей, да? Что? Да, ведьма. Ведьмак. Парень, есть у банка в Румынии, как фолусешти проблема с шарика, а маскота – он зин. Он бербат, курокица, шку, багета, мать, делай зин. Еще не аппарат. Puteți fi zâm bărbătos, cu cravată și zâm. Ei, nu știu, să o gândiți picălească. Bun, dar continuăm activismul și apărăm interesul. Da. Друзья, подруги, коллеги, дирижанки. Dacă mai vrea cineva să cuvânteze, vă ascultăm, dacă nu, opresc aparatul. Eu predeam tele. Și să am să fie creativ, eu măcar mă gândeam, la nimeni n-a văzut din garaj să faci cinematograf. E atât de... Acum zici tu, las femeile la armată, că ele o să facă corboțică peste stânt și pe tank și pe tună. Și rachetele ții cu crujeva. Și să stii mână, constructorul mut, îi faci și casă și așa, îi întreabă cum... Nu, mă pe Olegă îl ruga acolo ceva la apăsat. Да я ноапта стрезаешь здесь. Да я вам мистикаты, шпасем кум. Да мне нужно мою тат по инструкции. Я говорю, о, я хочу требовала армата. А шаус, фашем, вот. По схемам, как